Всем привет из Болгарии, село Маломир. Ну как вам, приглянулся ролик о ночной жизни? Испугались? Да и такое тоже бывает. Как-то надо выкручиваться в деревне ночами. Нарезаем осиновые колья, нарезаем веники. Да, как-то так. Вот, сегодня у нас солнечный день, начало лета. Как это может не радовать? Лето. Какое слово? Все понимают: солнышко, море, пляж. И что мы сделаем сегодня в эти первые дни лета? А сегодня мы поедем в Поморье, в сторону солнечного берега. Соберемся большой компанией и спразднуем день рождения моего друга. Поздравим, выпьем за его здоровье. Возможно, даже искупаемся в море. Мы тоже посмотрим, как будет, какая вода. Хватит ли смелости, чтоб потом не искать свои маленькие яйца. Короче, как-то так. Поедем, посмотрим, что там будем готовить. Может быть, что-то на костре интересное. Я думаю, что всем будет интересно, поэтому беру всех с собой. Заряжайтесь позитивом, наливайте пивка летнего, сок апельсиновый и наблюдайте. Беру вас с собой. До встречи. Поморье. Смешно, как будто его вчера только вынесли отсюда. Серьезно? Да? Это именинник наш. Здесь такой парчок. Такой парчок. Детская площадка. Раньше Робинзон жил. Потом его отравили, говорят. И все осталось для людей. Хорошее место, с видом шикарным. Катеры плавают. Идем поздравим Сашу. Мы подумали подарить себе бутылку водки. Супер. Но это так, на сегодня. Как на сегодня? Потом подумали это. Еще раз подумали. Что ты будешь делать зимой? На зимний подарок тебе тоже надо. Нет. Решили тебе подарить шапка, одеяло большое, теплое, электрическое. О, супер. Будешь экономить на электричестве. 100%. Монетку. Это супер. Монет. Как это? Можешь, что ли? Нормальному пацану не могу не подарить нож. Ой, классно. Кожаный кобура, все. Columbia Pictures представляет. Бомба. Так что это, пользуйся на здоровье. Балка наша. На память тебе, родной. Вот.
Монетка мне. Спасибо. С днем рождения тебя. Спасибо, дорогой. Монетка. Все, держи. Вот и продал. Не знал, кому спихнуть. Спасибо. Один лев. Всем добра и радости. Вот так и живем. Ой, красота. В гостях у Робинзона Круза. Попытаемся пройти к морю. Тропинка Робинзона Круза. По бокам отмеченная перилами деревянными. Так. Ступеньки сделал он здесь. Ух ты. Главное не убиться. Ух. Какое интересное место. Ух ты, прям. Очаровательное место. Но здесь голые женщины лежат. Ох, какая лепота. Поставим тапочки. Вода, говорят, очень хорошая. Красивое место. Ох, выпьем пивка за наших любимых подписчиков. Откроем летний сезон. Так, приехали на день рождения. Думаю, выпью стаканчик пива. Спущусь к морю, поплаваю. Спускаюсь, а тут нудисты. Голые нудят. Вот как-то так. Сейчас, наверное, тоже разденусь и пойду занырну. Пойду занырну немножко, поплаваю. Открою купальный сезон, а потом пойдем жарить шашлыки, плов делать на костре. Ну и праздновать день рождения Саши. Ну что, вместе с вами пойду открывать купальный сезон, мои дорогие. Что не сделаешь, ах, ради своих зрителей. Ах, она еще холодная. Она еще совсем холодная. Что не сделаешь ради подписчиков. Подписывайтесь, я вас очень прошу. Подписывайтесь на меня, я вас очень прошу. Мне холодно. Капец. Проведем сегодня хороший вечер. Лежат у нас голые женщины там сзади. Сильно снимать не будем. Люди отдыхают. Кому нравится без трусов ходить, ходят без трусов. Ну а мы как-то так в воде прикрыли свое хозяйство. Главное, чтобы его не отморозить ради вас, мои родные. Ох, ну хорошо, хорошо. Все равно. Что не сделаешь ради вас, мои дорогие. Буду окунаться в ледяную воду. Открываем летний сезон. Ставьте лайки! Как-то так. Встретимся возле казана. Да, что-то там такое есть. Да. Готовим, готовим, готовим. Расти большой, Саня. Спасибо. Спасибо. Как говорят в Израиле, мазаль тов. Давай. Давай. Спасибо, ребят. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте, Боряна. Покажите, пожалуйста, это мастер-класс. Уже я закончила мастер-класс. Шеф-повар Александр Шостак. Он разрешил меня, что
что я могу нарезать. Да? Это огурчики. Я очень. Да, пока Саша там в Казани. Живет как может, Гришин, что с тобой? Но кто же из нас святой пред небесами? Я пробовал, нормально. Не судите своего. Чуть-чуть на пару миллиметров потоньше надо. Да не судим, будете вы сами. Непомерно влюбчив, часто пьян. Хорошо? С Ханой все хорошо? Смотри YouTube канал, все будешь знать. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в спешке, повезет тебе. Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? Девять граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне смерти, повезет любви. Девять граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет любви. Открывай, блядь! Давай!
Блин, я ж хотел тебе Яна, такой. Яна, ты что, в поход ходил? Вот угадали, а? Супер! На четыре удочки, я супер! Не жалею, что живу я часто, как припец. Только знаю, что когда-нибудь в один из дней все вернется. Обязательно ко мне вернется и погода, и надежда, и любовь, и друзей. Так поскучаем, чтобы радость не была минута. Нашей встречи, она уже не за горой, но весною из полета возвратятся утки, соскававшись по озерам с голубой водой. Я помню, давно учили меня отец мой и мать. Лечи, так лечи, люби, так люби, гулять, так гулять, стрелять, так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать, так летать, я им помашу рукой. Это рыба. Да, рыба. Просто похоже на мясо. Гориана, твоя рис с рыбой. Нет, я тем волю нашу, я домой вернусь на моментам. А вот тогда они попляшут, жизнь спокойно я им зиму дам. Тюрьма не воля. Тюрьма не воля. Тюрьма не воля, а воля не тюрьма. Да, тюрьма не воля. Тюрьма не воля. Тюрьма не воля, а воля не тюрьма. Что у нас с пловом? С пловом у нас красота. Thank you.
Ты